Всем привет, друзья, с вами Лакарь. И сегодня мы будем играть в Need for Speed Most Wanted. Поиграем мы в погоню. Что, ребят, погнали? Погнали! Так, ребят, заходим в погоню. Да, окей, погнали. Есть, погнали. Автоматическая загрузка. Погнали. Сейчас начинаем. Я не знаю, игра, я там немного поиграл, игра мне вроде понравилась. Прикольная игрушка. Немного получилось ездить. Ну, реально классная игрушка. Вообще, офигенно. В погоне я только один раз зарубился. И все. Сейчас, если я все правильно понял, то нельзя. Внимание, что поступила жалоба от водителя. Его чуть-чуть стал поле дороги. Понятно, понятно, сейчас начнется. Ну все, сейчас вот в каком-то районе за мной начнут гнаться. Ну, в принципе, почти 200 км в час нормально. Правда, мне управление не очень нравится. То есть стрелочка как-то вообще не очень. И, кстати, ребята, я когда начал играть, я даже с первого раза не догадался залезть в настройки управления и посмотреть, как там работает вообще нитро. Так, все. Отлично. Погнали. Ну, я, в принципе, я понял, как управляться. Мне, вот я же говорю, вот на этом месте винтия. Вижу нарушителя, код 3. Погнали. Уходит зараза, прием. Так, ну только попробуйте меня сейчас зажать. Вам ханы минтяры позорные. Сейчас через 5 секунд они выйдут. Когда объект видели в последний раз, он двигался на север по 99-му шоссе. Интересно, как они... Он не мог быть недалеко. Искусственный интеллект. Он сохранен до особого распоряжения. Так, быстрее, быстрее. Ладно, еще минуту быстрее немного. Не терпится, позор на место. Это 2-4. А, вот засранец. Вижу, я опять его на хвосте. Блин. Немного не успел. Так, давайте заново начнем. Попробуем зарубиться. Так, погнали. И я не буду нитро сразу на старте пускать. Не хочется, понимаете? Так, ну по идее, здесь, если по карте, то тут гораздо ближе будет. Видишь, я вот так поеду. Ну, не гораздо ближе, чуть поближе. Если видите карте. Ну да, то в принципе чуть поближе будет. Но вот я хотел очень много. Я скажу. Ребят, короче, сейчас надо будет аккуратно гнать. Сейчас надо будет аккуратно гнать. И надо, чтобы у ментяры
Значит, вы видели предыдущую покупку, я тупой, мне успела несколько секунд из-за того, что меня тупо из-за нитя слышали. Я слишком сильно торопился. Так, 25 секунд осталось, не могу ускорить снять с поворотиком. А, еще за глаза времени. Теперь по этой стороне дороги все время ехать. Или нет? Так, ну здесь ментяр не было. Что за фигня? 180 километров, он так медленно, на мой взгляд, едет. Как они местом чувствуют? Насчет того гонщика, объект наблюдаю сейчас. Уходит, погоня, код 3. Погнали нафиг. Следует один, по 99-му шоссе. А, то есть у вас еще наименование Саши? Спутай, Саши. Саши. Короче, не буду выбирать. Не петлять, не дает. Нет. А, в принципе, это тоже можно, но ментяра позорная. Ничем не скажу. 112 км в час скорость. Последние секунды буквально успел. Так, погоня нафиг. Давайте еще зарубимся. Угу. Вот. В эту срубить. Да, погнали. Так, автоматическая. Так. А, то есть уже такая тачка. Чуть не подсказывает, что там вообще жутко было. Так, интересно, звук. Нет, ну это я тут, по-моему, немножко помедленнее. Нифига, я снег? Нет, это быстрее, реально. То есть хотите сказать, что чуть послышно подольше, да? Так, ну ладно, поехали. Дрифтом сильно пользоваться не буду, потому что мне тут неудобно расположение клавиш. Не хотел. Привет. Зеленая марка. Капец, лудини. А как не узнаю? Ничего, вертолеты невидимые. На одном вертолете. Хотя, в принципе, там, когда он к нему заступил, кто-то увидел и запалил. Так, сколько там? Еще 30 секунд осталось. Я, ребята, не хочу ничего сильно не использовать, но приходится. Приходится, ребята. Так, когда мы почти приехали, так, 14-13. А, то есть мы еще туда ехали, да? Он пытается удрать. Начинаем погоню. Да, нужно тише. Следуем на табор. Через разведку стадиона. Офигеть.
Так, ну думаю, сейчас давайте последнюю карточку зарубасим. Так, это выбранная трасса? Нет. Ребят, я вот не хочу катать по трассам, по которым... Вот по типу вот это вот, то, что там маршрут не смещен, мне очень сложно будет. Ну, давайте сейчас еще раз карточку скатаем. Чем гонку автоматическая. Так, нет, погнали. Ну, в принципе, победа. Офигенно. Чё, погоня? Мы 4 раза затащили, в принципе. Не знаю, попробуем в следующей серии вот эти вот, без, которые без маршрута. Вот их попробуем затащить. Поиграем в них. Вот так, ребятки, если вам понравилось, то... Подписывайтесь на мой канал, пишите в комментарии, лайки, дизлайки, вы все по-честному. Ну и всем пока-пока.